Вопрос 119. Почему раньше было 986 правил святых соборов и отцов, а потом стало 719? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Люди берут свои данные, которые я давал, там студенты, то это задают на занятиях университетов, там по радио. Эти цифры мной выведены. Ответ. Книгой правил я занимался несколько лет и даже сделал собственный перевод на русский язык. В первом случае учитываются правила царя Юстиниана, а вторая цифра только те правила, которые сегодня действуют, которыми регламентируется жизнь церкви, теоретически. Мне удалось подсчитать, хорошо зная внутреннюю жизнь церкви, что из этих 719 правил вселенских и поместных соборов и отцов 413 повсюду, ежедневно, умышленно, целенаправленно не соблюдаются, пренебрегаются, нарушаются. Говорю про Московскую патриархию. Чуть меньше нарушений у старообрядцев, приемлющих священство и УРПЦЗ, но точно так же постоянно с тысячами самооправданий нарушаются правила о крещении, без катехизации, иногда без полного погружения. Апостольское правило 49-50, Ладыкийский собор 45-47, 6-й Вселенский собор 76-е правило. Рукоположение в диаконы до 25 лет, а в священники до 30 лет. 6 Вселенский, 14-15 правило. Торговля в храме. Иоанна 2.16, Матфея 21.12, 6 Вселенский собор 76, 7 Вселенский собор 5 правило. Правило Василия Великого 80, 100 главы собор 38 правило. Не выполняются оглашенные языдите. Неокесаристский собор. 5 правило. 1 Вселенский, 14 правило. Карфагенский собор, 52 правило. Новая Скрижаль, страница 50, 52, 196, 358 и так далее. Смотри нашу книгу «К истинному православию» в главе о церковной дисциплине. Лука 12.47. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщу. Вот спрашиваю.